Всем здорово, ребят. Ну что, пробуем пройти дальше. Адский режим, адское запределье, закульеси. Я не знаю, как это еще назвать. Ну, в общем, поехали у нас сегодня на твинке. Тоже будет фарм. Посмотрим, что мы можем здесь сделать. Мне интересно посмотреть. Сила у нас, как видите, до 400к. Я показал, что я на основе наткнулся на Ронина, которого просто нереально слить. И здесь у нас нету Мэри, и я не знаю, что дальше мы будем делать. Ну, в общем, попробуем зафармить все-таки этот адский режим. Такс, у меня тут герои особо не вкачаны, поэтому, я думаю, нажмем вот так вот, окей. Согласились, единственное, мы сейчас повыставляем более-менее интересные таланты, чарки, эмблемы и прочее. Что там с тем Ронином делать, ну я в принципе не знаю, там нереально его убить. IGG просто доказали еще раз то, что они делают локации, которые не тестируют. И это все печально. Так, делаем наш топовый состав. Так, ремка поддержка есть, ремка есть, готов. Надо будет его тоже докачать до максималки. В общем, вроде все, я с прошлого раза ничего не менял. Смотрим. Отлично, вот такой вариант мне нравится. Начало уже очень даже хорошее. Посмотрим сейчас, что у нас будет. У нас нету смотра. Это адский режим. Ну, понятно, донатным аккаунтом, но не с раскачанной силой. Самое главное у нас, чтобы космо держался. Посмотрим, сколько мы сможем здесь пройти. Я открою сундуки и там, и мы с вами посмотрим, за сколько же можно собрать Мэри. Или реально ее собрать или нет. Я еще думаю, заскочим на сардельку. Но мне кажется, что здесь эту локацию со временем поменяют. Поэтому особо на что-то надеяться не стоит. Ладно, нападем на опника. Так уж и быть. Сливаться так сливаться. Вроде пока держимся. Первый этап более-менее нормально. Так, что у меня кого-то уже слили? Или это мне показалось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Не, вроде все. Все живы. Но уже имеем проблемы с этим режимом. Я надеюсь, половину моих слили. Жесть какая-то. Причем 30-е прорывы у меня, ребят. Я в шоке. Что там, да здравствует неубиваемая Фрея. Походу, да. Ну, пробуем. Я думаю, вариант только Мэри брать сюда. Она хилится на фул сразу. Не убили. Красавчики. Потерял я двоих. Ну ничего, сейчас попробуем побегать без них. Там дальше будет видно.
Ну, пока такие пачки относительно. Первая часть более-менее нормально. Терпимо. Самое главное, что здесь хотя бы нету не с шансом, а стопроцентное получение. Это однозначно плюс. О, знакомый человечек, не видел я Ронина. Сейчас будет, ребята, мне кажется, весело нам. Но здесь не должен быть мега там отхил. Не, я не вижу у него отхил, это радует. Не, есть все-таки отхил. Я не знаю, о чем AGG думает. Вот о чем можно думать, создавая такие локации. Просто писец какой-то. Землеройку ушатал. Красава. Просто красава. Берем Махатму. Надо вот реально, надо смотреть. Тут Зефир. Тут Фрейя, Теква. Ну, лучше этого нападать. Там, где Зефир, ну, я думаю, там вообще бессмысленно нападать. Воу-воу-воу, нифига себе, космо у него. Ой, как бы, да, космо, фин. Так, остались. И так, таким образом, у нас осталось совсем да ничего. Но Зефир-то здесь, думаю, простоит. Придется сейчас резать. Другого варианта у нас пока нет. Ну все, Фрейю мы уже не убьем. У меня такое чувство, что ее надо половым составом пробовать. То, если там маска есть. 15-300. Ходящий по ней. Значит, на ней победный стоит, что ли? Я вот не могу понять. Она моих развалила уже. Ну, тут лучший вариант это дождаться конца боя. Сейчас мы зарядим полностью фуловую пачку. Может, у меня сменки есть. Да, IGG. Я про основу вообще молчу. Просто no comments. Ну, она там с отхилом. Так, попробуем без самов. Я гляну, или мы в прошлый раз потратили. А, мы не тратили. Отлично. 6 осколков. Сейчас мы отсюда кровушки наберем. Четвертые эмблемки. Третье. Ну, плюс эмблем тоже есть. Так, и отсюда забираем еще одну. Отлично. Три попытки у нас есть дополнительно. Это однозначно плюс. Но опять же, для того, чтобы вам нафармить кровь, вам надо будет пропустить один день. То есть фармить, по сути, скитальца. Так, окей. Форм-тим. Избиваем все. Ставим Фрейю, ставим его, ставим Зефира, ставим землеройку, ставим ворожея. И давайте попробуем космо. Вот такой вот вариант. Я хочу попробовать, чтобы ей не дать вообще возможности ударить. То есть, чтобы она по максимуму сейчас была. То есть у нас на героях есть недомогание, у нас есть паралич, то есть молчанка, вот, без проблем. Таким вот образом мы смогли ее убить. Отлично. Бро, ты мне уже не нужен, по сути. Ну, в принципе, босс терпимый. Я надеюсь, Космо, как обычно, не сорвется. Отлично. Первый этап мы прошли. Сейчас посмотрим второй. Да, давай, выходи уже. Причем, как видите, у меня здесь нету мега таких. У меня 30-е прорывы на героях, но мега прокачек там созвездий и прочих здесь нет. Так, смотрим.
принципе, терпимо нападаем на этого. Фух, нифига себе, посмотрите, что с моим космо чуть не сделали там. Ну, изверги просто. Чем вам космо не угодил? Я космо опять, наверное, сорвется. И ворожай должен отхилить. Отлично, отхилил, красавчик. То есть, видите, надо немножко удачи, чтобы правильно еще зайти. Так. Не, наверное, я пойду сюда и лучше, неохота. Но видите, со смертушкой. В принципе, самое вот смертушку надо искать ее походу. Там попроще героя, их легче пройти. Ай, ё-моё, Ронин. Не увидел Ронина. Ронин, это опасно. Не всегда, ребят. Не всегда так кажется. Так, Фрея, Огник. Отлично, нападаем на этого. И, наверное, следующий там будет мега эпичный противник. Нормально. Нормально пока, ребята. Пока держимся. Отлично. Но космо здесь спасает. Как видите, космо хорош. Космо лучше, чем фен. Ну, второй как-то мы налегке проскочили. Повезло, наверное, очень. Сейчас тут будет. Нет, тоже, в принципе, относительно нормально. Нифига себе, у него первый ударил. Так нечестно. Ого. Да ладно, они не проседают вообще. Вы что, издеваетесь, что ли? Посмотрите на противника героя. Это что за фигня? Охренеть. Это просто унижение. 35-е суперпэта. Ну... Вот так вот могу только сказать, похлопать. Ну, вы что, бахнулись, что ли? Жесть, блядь, просто жесть, ребят. Да, IGG, однако. Однако вы вот такие вот пацаны. Ну, тут другого варианта, как вот так вот перезаходить, просто у нас нет. Я-то думал, знаете, сейчас этаж вот так вот пролечу, и все. И все, и в итоге просто жесть. Попробую этого поставить. Ну, честно говоря, не знаю. Его космо первым бьет. И тут нифига не сделаешь. Посмотрите, как там герои держат урон. Сколько там отхила? 2 ляма? Опять 2 ляма? Да вы что, издеваетесь с меня, что ли? Это бред. Ну, единственный вариант, ребят, вот так вот выходить и пробовать какие-то варианты проходить. Больше вариантов просто нет. Хорошо, что это хотя бы пока что есть. Это жесть. Может, единственный еще вариант это попробовать. Там Феникс этот включается, они моих просто имеют. С такими суперпэтами, ну это печаль, ребят. Это реально печаль. Все, что я вижу, у меня остается только один Зефир там и кто еще, и все. Финиталя комедия, вот так вот. Не знаю, просто не знаю, что говорить. Это просто печаль.
Я не буду бомбить, потому что что тут бомбить? И так все знают. Но это просто аут. Ну, посмотришь, вольт, блин, ну такое. Роза 215-я, всего лишь 215-я левела. Бред, блядь. Выбери смотра, активируй. Хотя толку от того смотра, что он там нам поможет. Вот посмотрите, его бьет первым. Как так? И причем всегда. Вот что я могу здесь сделать, если там отхил по 2 ляма? Все, что я дамажу, они все отражают. Ну, превращают в отхил. Вот, IGG, скажите мне, пожалуйста, вы создаете локацию для того, чтобы ее не проходил вообще никто? Ладно, на мелкой силе, я думаю, на сардельке я зафармлю. Но здесь 300к силы, блин, топовые герои, я не могу пройти. Просто тупо не могу, вот чё за хрень? Или я ради этого сейчас даже поставлю смотров? Спасибо, 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 ребята, я знаю эти все локации. Да ты что? Спасибо, изучу. Так будет по каждому водить, что ли? В итоге, к чему мы пришли? Да, зеленого качаю, да, качаем зеленого. Я не буду всех качать, качну только зеленого ради интереса. Пришли к тому, что локация просто залупа-пень полная, вот реально. Вроде офигенно прошли этаж, знаете, и тут не может быть все гладко. И тут что-то пошло не так. Я надеюсь, нам там камней хватит. Падлы, не хватило. Чуть-чуть нам не хватило. Нет у меня сынков. Ладно, потом докачаем. Ну, сама суть. Что вы делаете? Что-то мы там еще получили. Я не помню, кем мы там. Наверное, нам этих камней вряд ли хватит. Просто трэш полный. Так, а ну-ка давайте попробуем что-то другое. Возьмем. Ради интереса уберу Фрею. Зеленого смотра попробуем. Вау! Видите, все-таки, ребята, все-таки он решает. Мы космо убили. А что мы дальше будем делать, я не знаю. Мои герои просто разлетаются. Просто писец. Ну, космо мы ушатали. Дальше что? Дальше нам придется делать рез. Ну, другого варианта просто здесь нет. Хотя бы уберем его, дальше посмотрим. Ой, IGG. Что вам сказать? Там тоже зеленый смотр. Кстати, интересно сейчас будет посмотреть, поменяется ли там смотр. Посмотрите, сейчас вместе с моим должен ударить. Вот два смотра. Сейчас дальше будет интереснее, ребят. Я надеюсь. Я надеюсь, что мы второй левел хотя бы зафармим. Тридцать пятые супер пэты, блядь. Ну, ладно, обычные. Но куда супер пэты, блин? Там же я 100% уверен, что там такие статы на них, что просто пипец. Сейчас
попробуем их полностью обездвижить. Это хорошо, что у нас предыдущих этапов есть. Атак 1800 за 3 реса. Нормально тогда. Попробуем такой вариант. Рискну. А, там четверо их, даже роза есть еще. О, отлично. Фрайка красиво. Ай-яй-яй-яй-яй. Фрайка красиво, конечно. Давай тащи, Фрея. Опять жесть. Я офигею. Мне придется здесь полностью резать, наверное, еще разок. Другого варианта роста нет. Чтобы убить. Жесть. Мне просто не хватает дамага. То же самое, что и с Ронином было. Просто IGG. Нахрена вы создаете такие локации? Для кого? Для кого? Если вы создаете, ну, блядь, создайте нормальную локацию, чтобы там сложно было. Но оно было проходимо для всех. Ладно, там для донатов, для меня, я и так могу ту Мэри собрать, забрать, это такое. Но здесь просто писец. Не знаю. В общем, я надеюсь, они в обнове разберутся с этим, потому что реально от этого уже начинает просто бомбить. Просто аут. А, мы никого не убили. Попробуем еще такой вариант. Он там с ошивой. Тут единственный вариант был это убить оккультиста быстро. Но я вижу. Это нам, ребята, не светит. Просто трэш. Самый настоящий. Ну, единственный вариант вот так вот перезаходить. По 10 раз пробовать испытывать удачу. Но вот нехрен нам делать, вот реально нам нехрен просто чем заняться, сидеть убивать по 2-3 часа, чтобы просто перезаходить и снова нападать, потому что ну нереально, просто нереально. И попытки здесь ограничены, нарез. Просто жесть. Интересно, такой вариант попробуем. Ой, красиво, почти слили. Чуть-чуть не хватило нам, чтобы оккультиста ливануть. Так, все-таки оккультиста мы слили, красавчики. Ребят, осталось совсем ничего. Убить двоих героев. Жесть. Я в шоке просто. Не, у нас еще роза есть третья. Ну, мало ли сейчас. Вдруг нам повезет. Самое интересное, что у меня такое чувство, что на Сардели мы, скорее всего, зафармим, ну, более-менее нормально, не знаю. Давай, Зефирка. 27 секунд. Три героя. Одного героя мы слили. Мы слили оккультиста. Возможно, нам сейчас повезет. Ну, я в этом очень сомневаюсь. Как кто его знает. Сейчас попробуем с Космо, опять же. То есть, блин, ну это просто пипец какой-то. Сейчас сделаем, прокачаем следующего смотра.
попробуем с Космо. Как видите, здесь смотр именно решает. Но с таким вот хилом это просто жесть. Шок. Что, за самики ресаем? Понятно. Попробую такой вариант. Единственное, сейчас прокачаю еще смотра. Ой, да. Однако. Может, здесь нам хватит. Чуть-чуть не хватило тоже. Ладно, то не страшно, поехали. Так, удар, минус фен. Фен нас отрубил и нифига, ребят. Просто нифига. Не знаю, короче, буду бороться дальше. Это просто бред. Вот, я не знаю. Смотришь на это все и понимаешь, нахрена я убил полчаса. Да, я получу сейчас там какие-то осколки. Ну нахрена оно надо, вот реально. Просто пипец. Падла, и ресается же. Давайте тащите! Ёб вашу мать. Ой, ребят, это уже роза все равно есть, феникс есть, без вариантов. Поехали, откроем, посмотрим хотя бы сундуки примерно, что у нас упадет, порадуемся, пофанимся. В общем, пишите в комментах, что вы думаете по поводу локации, кто куда дошел. Но это просто печаль, это просто печаль. Но один осколок Мэри, нормально. На следующем левеле нам дадут их два, и там три. В принципе, 6 осколков, и то не факт. По одному осколку нормально мы пройдем. Тут уже что не делай, тут уже пофиг просто. Ну хотя, в принципе, таким вариантом выходить, заходить, есть еще шанс. Надо, наверное, попробовать на Феникса попозже поставить ремку, чтобы он попозже немножко включился и не дал им ударить. В общем, такой вот, ребятушки, трэш. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этой локации, кто куда дошел. Всем удачи, всем пока.